Анатолий Горищев родился в Горьком. В 1959 году был принят в труппу БДТИМ Горького, где служил до 1993 года. Играл Тимофея Рванова в «Поднятой целине», ПМ Шолохову, Шишкина в «Мещанах» и Пустобайку в «Дачниках», М. Горького, Камкова в «Протоколе одного заседания», А. Гельмана, другие театральные работы, «Король Генрих IV», У. Шекспир, «Грибок», Ханома, А. Цагарели, Кинта, Мольер, ПМ Булгакову, «Брат Сила», «Пузырьки», А. Г. Хмелик, «Последний срок», В. Г. Распутин, «Провинциальные анекдоты», А. В. Вампилов. В годы своей работы в БДТ Анатолий Горищев делил гримерную с Сергеем Юрским и Олегом Басилашвили, где по его предложению известные люди оставляли автографы на сводчатом потолке. Много позже Олег Басилашвили снимал в этой гримерной свою программу с потолка.